Сегодня спецрейс МЧС доставил в Москву 10 тяжело больных и раненых детей с юго-востока Украины. В полете их сопровождали врачи отряда Центра СПАС и Всероссийского центра медицины катастроф. В столице детям окажут помощь специалисты лучших клиник. Утром этот же борт привез в Ростов-на-Дону гуманитарный груз для жителей Донбасса. Всего около 40 тонн, в основном медикаменты. В составе колонны их отправят в Донецк и Луганск.